Курганской области продолжается ликвидация ландшафтных пожаров. На дату 9 мая число погибших зауральцев составило свыше 20 человек. Половина погибших приходится на поселок Юлдуз. Он сгорел практически полностью. В самом Кургане скончались 4 человека. Общая площадь сгоревших земель составляет более 19 тысяч гектаров. На 9 мая в регионе бушует 19 пожаров. Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайной ситуации 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 миллиону рублей. Выплаты начнутся в течение ближайших дней. В Заурале установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел. Среди поджигателей есть и дети. Вынесено 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение.